Песенка вот, она написана в 13 году мною, за год до того, до известных печальных событий, когда вот улицу Стасюка переименовали в Небесной Сотни, конечно, это правильно, здорово, но в моей песне это еще улица Стасюка. Да, там, помните, на Стасюка был такой рыночек напротив гостиницы «Черемыш», да. Ну, вот и персонажи оттуда поют такую песенку, рассказывают о своей жизни, о своих молодых проблемах. Прошу. Thank you.